собрал бойцов всех омских клубов, которые вступили в борьбу не только за медали, но и за право попадания в сборную региона. Наша главная задача – сформировать сборную Омской области во всех возрастных категориях. Но, как всегда, у нас клубы, которые действующие, которые постоянно, которые в призах, которые с медалями – это «Шторм», это «Ирмак», это «Аскен», это «Сатурн», «Профи», «Легион». Александр Невский. 16-17 лет у нас едут на Сибирский федеральный округ отбираться дальше на Россию, а 12-13, 14-15 лет они сразу, сборная сразу едет на первенство России, которое состоится 7-9 мая, город Алушта, Крым. Больше всего медалей на соревнованиях завоевали воспитанники авторской школы единоборств Александр Шлеменко «Шторм». В финальном поединке категории до 48 килограмм встретились два представителя этого клуба. Зная особенности техники друг друга, бойцы не смогли подловить соперника на каких-то приемах, поэтому провели в октагоне все три раунда. Турнир, он всегда тяжелый. Никогда не сможешь сказать, что он легкий. Два соперника, два очень серьезных соперника. Один чемпион России по грэпплингу. Второй соперник такой же, очень нейтральный, неудобный соперник. Но мы подготовились с моей командой, со школой «Шторм». В финальный бой у меня было сложнее, конечно. Соперник серьезный, с моего клуба. Ему отдельное спасибо. Уважение. А так бой шел спокойно, все контролировали, все выигрывали спокойно решением. Этот турнир очень важен, мы едем теперь на Сибирь, в другой город, и будем готовиться к первым местам на Сибири. Еще одно золото в копилку «Шторма» принес Родион Васильев. В поединке за выход в финал он сумел провести удушающий прием и одержать победу за минуту и 10 секунд. Мы отрабатывали на тренировке удушающие приемы. И вот в этом бой получилось. Соперник пытался бороться, пошел в ноги, бросил. Я там поймал на картину. Досрочной победой в поединке за выход в финал зрителей трансляции также порадовал Артур Пазылов, представляющий клуб «Ермак». Он завершил бой за 52 секунды удушающим приемом. Он выиграл прошлый бой за 13 секунд техническим нокаутом. И он явно хотел точно так же выиграть. Он полетел на меня, я пропустил хай-кик, но это было в блок. И после этого мы начали клинчеваться. Дальше я его задушил. В финале Артур уступил по очкам бойцу школы «Шторм» Даниилу Кучеряну. Вообще у нас город – это просто с отличными бойцовскими традициями, и нам очень повезло. У нас сейчас есть полная линейка турниров, то есть это детские, как сейчас мы видим, это юношеские. Плюс у нас теперь будет свой профессиональный турнир, где будут выступать сильнейшие бойцы. Первый в Омске турнир ММА-серия с «Шторм», который соберет лучших бойцов с России, и они смогут показать всю эту красоту. У нас будет организована прямая трансляция, вы сможете все это увидеть. Поэтому, к сожалению, турнир пока пройдет без зрителей, потому что ограничения по зрителям у нас снимаются с 15 февраля, а турнир будет проходить 6.